Сегодня, 3 мая, примерно в 4:45 утра, принесении нами службы на проспекте Мира напротив дома 301, нами была остановлена машина ВАЗ-2112, которая не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции об остановке и на большой скорости продолжила движение в сторону проспекта Автозаводска. Нами было сообщено в дежурную часть для дальнейшего информирования других экипажей, несших службу. Проследовав далее за данным транспортным средством, данное транспортное средство было обнаружено на местной дороге проспекта Мира напротив дома 2801. Предварительно водитель не справился с управлением и совершил наезд на дерево, в связи с чем произошло возгорание транспортного средства. Были приняты попытки потушить данное транспортное средство огнетушителями в количестве 4 и более штук. Водителя данного транспортного средства спасти удалось. Пассажир погиб на месте. По предварительным данным, водитель находился в сильном состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован бригадой скорой помощи БСМП.